Проблем с вывозом зерна с Украины не существует. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Ну, прежде всего, это Черноморского бассейна, Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну, пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Самое простое – это вывоз через территорию Беларуси. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси.